Сьогодні у Краматорську відбувся форум миру. Юрій Бойко та Наталія Королевська представили команду кандидатів у депутати в мажоритарних округах Донеччини. Усі подробиці у нашому сюжеті. Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці. Всі вони зібралися сьогодні на форумі миру. Тільки об'єднавшись вместе всім Донбасом, ми зможемо сьогодні побідити. Це сьогодні для нас унікальний шанс і унікальна можливість. Потому что каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который сегодня вместе с нами объединился, это послы мира. Посли міра в нашій країні. Говорили на форумі про те, як повернути стабільність, захистити людей та відродити Донбас. Ми повинні зробити все, щоб в парламент прийшли чесні, порядочні люди. Которая понимает, что для того, чтобы был мир в стране, надо делать конкретные действия, а не просто говорить. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Ми за те, щоб була закінчена війна дипломатичним путем. По мажоритарних округах, підкреслив Бойко, поліціла висуває 12 кандидатів. По кожному избирательному округу є кандидат. І кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им. И это и люди их знают. Это дает нам уверенность в том, что люди поддержат наших кандидатов. Я на это рассчитываю. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле. Також під час робочого візиту у Донецьку область опозиційні депутати провели зустрічі з колективами Слав'янського машинобудівного заводу, який постраждав під час бойових дій, і Слав'янської ТЕС. У нас була в останнє время проблема серйозна – це топливо. Ну, сейчас поставки топлива стабилизировались, и я уверен в том, что мы в осенне-зимний период 19-20 годов войдем как бы уверенно. Это знаковый для области объект, потому что вот он и Углегорская ТЭЦ, это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжение всей Донецкой области. Ну, я имею в виду подконтрольной Украине. И, безусловно, объект требует повышенного внимания, объект требует инвестиций, объект требует участия государства. В его работе проблемы, безусловно, есть. Конечно, надо понимать, что снабжение углем должно быть организовано очень четко, потому что, если, не дай бог, будет перебои с углем, то это почувствуют все жители Донецкой области. Анатолий Рибальский, Виталий Сергеев. Подробиці тижня. Телеканал «Интер».